Максом сейчас рассортировываем огромный контейнер с деталями. Там и Coruscant, и несколько наборов, и какие-то детали, которые ранее там с туториала высыпал их. Сейчас мы их рассортируем. Вот здесь какой, как обычно, лего бардак. Сейчас мы их все сложим аккуратненько. Рассортируем по цветам, по пакетикам. Затем их отнесем в другую комнату и покажу, чем я накрываю лего, чтобы оно не... Ну, хотя бы на нем было, собиралось меньше пыли. Итак, пока я буду отсутствовать, вот как хранится мое лего. Накрыл я его вот такой вот марлей медицинской обычной. Она очень дешевая, но зато действенная против пыли. Вся пыль скапливается на ней. Если что, ее можно заменить, она стоит там рублей 100. Но зато лего не страдает от пыли. Вот как оно все выглядит. И уже на новую камеру с большим шириком. Значит, все мы упаковали. До новых встреч. Всем пока.